В Российско-армянском славянском университете 23 июня стартовали 6-дневные занятия по концептуальным основам, методам и технологиям подготовки преподавателей к интеграционному экзамену по русскому языку. Данный экзамен включает в себя тестирование по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Введение экзамена призвано задать поведенческую траекторию мигранта в соответствии с существующими в Российской Федерации культурными ценностями, социальными и законодательными нормами, предотвращать нарушение этих норм. Экзамен призван стать реальным инструментом оценки готовности иностранных граждан интегрироваться в российское общество и средством реализации государственной миграционной политики Российской Федерации и стратегии национальной политики. Говоря о целях и задачах введения данного экзамена, организаторы отметили, что через подготовку к данному экзамену гражданин уже заранее готовит себя к дальнейшему пребыванию в России, что облегчит его трудовую деятельность на территории страны. В рамках данных занятий проходит не только непосредственная научная подготовка преподавателей, но также обмен взаимным опытом, решение организационных вопросов. В рамках проекта будет организована выставка необходимых учебных пособий. В качестве компенсации отсутствия преподавателей в сети будут выложены пробные экзаменационные вопросы, а также необходимая литература. Интеграционный экзамен будет проходить в разных странах по общему образцу.